А где моя сыночка? Эй, папина сынулька. Галя, а чем такой лысый? Там лысый засел. Сынулька. Лысый, лысый, папу отписывал. Петр, Петя, не спай. Засынули мы его. Поехали. Петр. Коля, Сева. Я с вами. Здравствуйте, люди добрые. А я смотрю, вы тоже день рождения города отмечаете, да? А я вот хожу, людям стихи про наш город читаю, песни исполняю разные. За скромное, можно сказать, вознаграждение. Мы отмечаем день рождения моего сына, сынулечки. Петр, Петр, не спай. Петр! Но мы поэзию уважаем. Да, уважаем поэзию. Да, Петр? Мы уважаем поэзию. А ну давай, давай, Пушкин. Забабацай нам что-нибудь. Засади в честь сынульки моего, сыночки. Ага. А ну давай, Петр, не спай. Петр. О, какой хорошенький. Люблю тебя. Люблю тебя. Петра творение. Стой, подожди. Я не расслышал. Еще раз сначала, давай. Люблю тебя, Петра творение. Стоп! Чье творение? Петра. Петр! Петр! Ты скотина, ты! Ух ты, скотина! А я все время смотрю, в кого это мой сынок такой лысый! Ух ты, сволочь ты! Что ты хочешь? Кури! А ну давай! Реклама. Зело голова болит. Братцы, рассолу, братцы. Кто таков? Купец Шмурнов. Звал меня царь Петр Алексеевич. Шмурнов. Это водку твоей винокурни мы вчера пили. Знамо дело моей, царь-батюшка. Мы Шмурнову уже, почитай, полвек, как зелено вино производим. Братцы, ну-ка, Шмурнов, на стол! На стол, Шмурнов, на стол! Кафтан поднять, порты опустить, отойди, братцы, зашибу! Вчера твою водку пил, а сегодня опять голова раскалывается. Я тебя, Шмурнов, в прошлый раз предупреждал, что за качеством следить надо. За качеством предупреждал? Предупреждал, а ты не запомнил. Грешен, грешен, не запомнил. Теперь запомнишь, Шмурнов. Не запомнил. Качество! 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 Запомнил? Водка Шмурнов. Безупречное качество с 1703 года. Слушай, ну, действительно во время войны вот это все было разрушено, а уже потом восстановили? Конечно. Да. Кстати, тут, значит, к нам прилетела, ну, футбольная команда из Германии, господи. А там в аэропорту плакат висел. Слава народу победителю. Так эти там, наверху, они решили, что плакатик надо убрать. Действительно, товарищи, это, знаете, не будем обижать гостей, товарищи. Ну, уже другие времена, ну что ж вы, надо уже начинать мыслить по-современному, товарищи, понимаешь? Идиоты. И что, сняли? Не, они его поменяли на другой. Слава народу, сыгравшему в ничью. Да. Кино. Кино. Здесь нету. Мне бы... Фу.
Фу ты, господи боже мой. Кипяточку бы мне не взять-то, а? Художественный фильм «Человек с чайником». Где же его взять-то, а? Должно же... Слушай, братушка, где бы мне кипяточку брожиться? Как звать? Кто таков? Солдат я, Шадрин Иван. Иван Шадрин. Что в деревне? Как корова? Корова? Пала? Пала. Это хорошо. А кипяток у нас там, за углом. Пала. Я прощения прошу, ваш бродь. Это кто сейчас был-то? Деревня. Да это ж сам государь. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич. Мать честная. Я думал, что он маленький, лысый, картавый и с бородкой. Братцы! Братцы! Братцы, я Петра Первого видел! Братцы! Я Петра Первого видел! Братцы! Я сейчас Петра Первого видел! Братцы! Опа! Это красиво. Ваше сестра. Идите, ничего, идите, что я... Ничего, ничего. Первый вас. Извините, извините. Что-то здесь... Что? Ваше сестра. Нет? Да нет. Нет, так нет. Нет. Я был в Париже. Слушай меня, я был во Франции. Я был во Франции с товарищами по партии. Так там, ты понимаешь, там берегут, там хранят свое родное. Поэтому своим родным и пахнет. А не чужим. Чужим не пахнет. В Лувре вообще атмосфера какая-то особенная. Там берегут старину. Все пронизано. Пропахло стариной, понимаешь? Атмосфера особая. Воздух особенный. Все, отвечай. Давай, это дискуссия. Отвечай мне. Я тоже там был. В Лувре? Да. Я как вошел, сразу спросил, от чего такая атмосфера? Так серьезно было? Да. Так, и что? Оказалось, что они там просто 200 лет не проветривали. Ужас. Да. Нет, здесь нет, здесь ничего вроде. Здесь ведь не наши проветривают-то.